Далее давайте с вами познакомимся с форумом «Вопросы ведущего курса». И мы с вами здесь научимся, как добавлять вопросы нашему преподавателю. Нажимаем на ссылку и переходим вот на такую страницу. Опять нажимаем на кнопку «Добавить тему для обсуждения». Снова мы с вами видим два текстовых поля. В первом текстовом поле, где написана тема, мы с вами пишем коротко свой вопрос. Вопросы, естественно, у вас могут быть разные. У кого-то не открывается книга, кто-то не знает, как ответить на тот или иной вопрос, поэтому вы так коротко пишете. Не могу ответить на вопрос. И здесь подробненько укажите, на какой учебной неделе. Неделя 1, допустим, контрольный тест, вопрос номер 4. Мне не понятен вопрос. Подробненько излагаете ваш вопрос. Далее нажимаем «Отправить форум». И наш вопрос появляется в форуме «Вопросы ведущему курса». Вот мы с вами видим нашу тему, которую мы добавили. Не могу ответить на вопрос. Студент такой-то. Нажав на него, преподаватель сможет посмотреть, в чем у вас сложность или трудность. Далее мы с вами выходим из этого форума на главную страницу.